беременна. Муж шутит, интересно, какую зверюшку ты родишь. А мне не смешно. Радиация не шутки. Хотя самочувствие вроде бы нормальное. Я выживу. Ситуация в округе улучшается. Городом правит совет пятерых. Бандитизм постепенно сходит на нет. На главной площади Яна Гуса стоят виселицы. За любое преступление, включая мелкое воровство, публичная казнь. Вырос первый радиоактивный урожай. Мы контролируем всю округу. Несколько районов по старому административному делению. Мы присоединили даже окрестности Пльзеня. Сам город, увы, уничтожен атомной бомбой почти полностью. Поступают первые новости из большого мира. Кажется, на такие самоуправляемые районы, как наш, раскололась вся Чехия. Центр Праги уничтожен. Окраины относительно целые, но сильно заражены радиацией и брошены населением. В других странах все намного хуже. Там сразу после бомбы пошла дикая резня с арабами, неграми и турками. В США и России тоже хаос и межэтническая резня. Какое счастье, что у нас из иностранцев только вьетнамцы и украинцы. Вьетнамцам пока не пришлось повесить ни одного. Они не воруют и бандитизмом не занимаются. У украинцев лидера нет, но проблемы не создают не больше, чем чехи. В Азии и Африке воюют все со всеми. Южная Америка вроде не пострадала, но полностью самоизолировалась. Восстановить технику нереально. Горючего осталось очень мало. Взять негде. Решено разводить лошадей. К счастью, какое-то количество их выжило на спортивных и развлекательных фермах. Всех не съели. Как я любила на них кататься. 7 лет. Теперь кони поработают. И все-таки интересно, кого я рожу. Раньше это смотрели на экране, но то было раньше. Ждать еще 7 месяцев. Ничего. Выживем.